Всем привет! С вами я, Андрей Сухин. И что ж, сегодня решил я прокатиться. Вот я на базе, уже груз, конечно, загрузил. Вот. Ну а вам я желаю только приятного просмотра. Сегодня прокатимся до одного города, а потом посмотрим. Либо закончим на этом серию, а либо, может быть, даже и сюда, либо в какой-нибудь данный город еще сведем. Вот. Просто сейчас я из Женевы еду в... Куда там? Ну-ка, сейчас, минутку. Стоп, это... Стоп. А, вот. ДСП 21 тонна. Едем из Женевы. Куда там? Ну, в общем... Вы видите, да, куда мы везем данный груз. Вот. Ну и что ж. Ребят, сегодня, конечно, я один прокачусь. Сегодня Андрюх сегодня со мной не будет. Вот. Сегодня один я свезу груз один. Вот, ну, а может быть, потом еще свезем. Как бы сейчас и обратно, может, два груза свезем и сдадим. Вот, ну, а потом посмотрим. Может быть, еще прокачусь я. А либо, может быть, закончу данный видеоролик потом. Вот. Ну, а сейчас мы едем. Вот. А, ну и да, если вы видели, вроде эта фура ехала, где я еще буквально стоял. Ну, а вот мы ее и догнали, в общем. Вот. Ну, и также, ребят, как бы, что ж, может быть, какой там, на последний ролик, если вы глядели, да, вот, он был коротенький, конечно, вот. Так, ну, что-то этот поехал, а у нас тут красный. А вот. Уже зеленая, а то за мной уже сзади еще фура. Либо одна, либо две. А, две. Вот. Хотя, вот вы видите, да, спереди там игрок один поехал, да, на фуре. Вот. Хотя ехал на красный цвет светофора. Ну, по идее, не знаю. Как бы, если красный, то надо, вижу, хоть как-то стоять. А он, ребята, поехал. Ну, а я стоял. Ну, и при этом сзади за мной две фуры еще едут. Вот. Ну, а вот моего и опять, ребята, догнали. Вот. Вот. Так. Ну вот, одна фура меня уже догоняет. Так. А, она тоже сзади за мной едет, да? А, ну да. И вторая. Сзади едут две фуры. Вот почему-то это что-то тормозит. Ага, это
решила на обгон. Но обгоняй, обгоняй. Чего уж. Если вам не можете вытерпеть, то обгоняй. Вот. А, ну, хотя сзади за мной тоже фура. А, она даже и эту на обгон. Серьезно? А если встречка? А хоть бы что, да? Да. Пошла. Да. Неплохо. По встречке. Ай, ай, как хорошо-то. А там... А там встречка едет. Вообще класс. Да уж. А, ну и также, ребята, всем привет. А, я думаю, вы, наверное, потом посмотрите. Вот, данный видеоролик мой. Ну, имею в виду, привет Андрюхе одному и второму. Вот. О, на вираже прям я. Так. О. Да уж, что-то у них там вообще жесть. Да что ж ты? Да. Ребята, вы видите, что эта Шкода творит? Я, блин, не понимаю, зачем вот так делать-то? Хочешь спокойно играть, играй спокойно. Это ж тебе не гонки. Чудо, блин. Нет, надо врезаться. Ё-моё. Ну, ребята, вы сами видите, да, что есть игроки есть как бы хорошие, вот, а есть которые вообще никакие. Особенно на такие вот такие люди, которые на Шкодах ездят и подрезают. Зачем это делать? Вообще не понимаю я. Вот. Играй спокойно, и все будет отлично. Нет, надо врезаться. Для чего? Не понимаю. При этом я смотрел и назад. Ну, как назад? Влево и вправо. Ну, вправо вроде смотрел я или нет. Вот, а что влево я смотрел, вот, на это зеркало, вот, то не было. А он, наверное, или справа, или как он там меня подрезал, я даже, ребят, и не знаю. Но, что ж, сейчас посмотрим. А, ну да. Грузу ничего, прицепу ничего, а машине, самой машине, не трейлеру, ну, имею в виду не прицепу, а именно самой машине 1% урона. Я не понимаю, зачем это делать. Вот. Ну, ребят, в общем, я привез, да, груз. Сейчас мы его будем... Так, стоп. Ну что ж, ребят, вот я и опять и вернулся. Груз я сдал. Вот, ладно. Ребят, поехали дальше смотреть груз. Вот. Ну, а сейчас я ненадолго отключусь и вернусь.
Что ж, ребят, в общем, у меня груз в Женеву. Вот, я взял данный груз. Вот, и что ж, ребят, поехали, в общем, опять в Женеву. Так, тут нету. Ладно, поехали. Так. Ну, в общем, ребята, вот мы опять с вами едем в Женеву. Вот, и что ж, может быть, эта серия, может быть, будет подлиннее, может, опять, ребят, покороче. В Женеву я приеду, и, наверное, ребят, буду заканчивать данный видеоролик свой. Вот, ну а вы, ребят, в общем, я приехал, вот, сейчас я груз сдам, и, ребят, буду заканчивать, вот, данный видеоролик свой. Так, ладно, чтобы сейчас не мучиться, ребят, сейчас я ненадолго отключусь и также, ребят, вернусь. Что ж, ребят, в общем, я в гараже. Груз я сдал. Вот, если кому-то данный видеоролик мой понравился, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать данные видосы по ETS-2 на моем канале. Ну, а с вами был Андрей Сухин. И всем, ребята, пока!